Всем приветики, с вами Дейдара 2, и сегодня мы поиграем план по захвату всех хвостатых зверей. Здесь мы сможем играть только за Акацки, так как уровень Янина и Чунина в принципе легкий. Я предлагаю сразу же пойти на уровень Джанина, где нас ждут Наруто, Ягура и, я не помню, мыльного чувака, вот как хотите. Давайте Дейдара и Тоби, я же Дейдара 2. И заодно посмотрим Ягура. Да. Первый у нас Ягура. С ними Фу и... тоже не помню. Честно. Ну что ж, приготовимся. Это онлайн событие. Надо чуть-чуть сделать. Более громко. Привет. Я захвачу тебя. Прикольно сделано, что есть эти как бы временные события. Вот, рано или поздно в них все равно захочется поиграть, как мне, к примеру, вот, прям с радостью. В них поиграю. Были у них новые костюмы, которые как раз открылись в недавнем DLC. Уху-ху. Ой-ой-ой. О, не-не-не-не, ты не войдешь. Вот так вот. Сегодня хорошо, кстати, поиграл в Flash vs. Zombie 2. С таким удовольствием. И завтра вроде уже выходит Dark Souls 3. Надеюсь, что я заказал ее в геймзоне, надеюсь, не сильно долго его завтра, послезавтра, наверное, появится. Начну в него играть. Стопудово буду его записывать, так что смотрите обязательно. Изи, бро, изи. Подержа, Тоби. Уи! Веселье. Видишь? Опачки. Это поаккуратнее, ребятки. О, красава. Офигеть. Молодец. Молодец. А, ну что, станем серьезным Тоби сейчас. Если дадут, конечно. Отлично, прокачать этим. Блин, ты потратил зря замены. Ладно, так интереснее, да? Опа. Отлично, серьезно, это Тоби сделал дело. Искакать мои прямчики. А мы продолжаем. Утаката. Вот как ее зовут, Утаката. Утаката, Гара и Киллер Би. Просто хвостатый не так сильно запомнил. Мне, по крайней мере. Ой-ой. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Такая битва двух на дальнем расстоянии, как бы сказать, чувачков. Ой-ой-ой.
Ты чал по Дейдара и Тоби нет совместного приема, было бы прикольно. Со стори вроде есть. Тоби можно было чем-то рассыпать, он как черный! Ничего бы нет, было бы неплохо, в принципе. Чего, мы не пузырики, да? Ох уж эти мыльные пузырики, ребята. Оп. Эй. А если что-нибудь другое нажимать? Гамма. Я тут во время боя слетела джойстика. Фигнюшка, так сейчас там не очень удобно. Ой, я давно надо нормально приделать, вот так лень. Это силиконовые нахатки, блин. А с ней что-то, не знаю, иногда не очень удобно играть. Потому что она скользит, когда не приделываешь. Приделываешь ее, она что-то не так надолго ее хватает. Ой, не знаю, месяц снова попадает. Я не сдирал вот эти вот соски, которые начали сдираться, на нее было бы идеально. А делал бы спокойненько, она держалась. Ну кто знал? Думал, что надо подрать, как бы, ну да ладно. Опа! О. Неплохо. Кто-то скажешь об этом? Бум-бум-бум-бум. Ой-ой-ой. Ничего, Гара. Это хороший костюм, кстати. Это такой, наверное, предрелизный трейлер для необладателей Season Pass. Там как раз на этой неделе, завтра, короче, выйдет уже DLC. Как раз с этими костюмами. Сценарием Гара и многим остальным. Опа! Папочки, идите сюда, чакрки. А, не ожидал, да? Хорошо получилось, кстати, да? Как бы довольно так читерски атакует, если подумать тут. Но совместная атака их прикончила. Прикольнее выглядело это все. Давай, да. Ой-ой-ой. Сейчас еще чуть-чуть, отлично. Неплохо, слушай. Но, к сожалению, ты попался. Слышу, что вы мой новый полный. Все готово. Это хороший, когда надо. Так вот, Дейдары и Тоби рулят. Забыл это приключение Дейдара и Тоби. По захвату Джанчурика. Слишком долго готовы. Ну и что, остался Наруто вроде и все. Такой, можно сказать, мини-тренинг. Перед онлайн-боями. В которых я, кстати, уже неплохо так навострился. Хотя как, все равно, когда ты выигрываешь, когда ты проигрываешь. Как бы не совсем от тебя зависит. Неплохая попытка. Ягура, ой, Ягура, блин. Не то она не сказал. Роуши. Сейчас с нами.
Нужно захватить их, Тоби. Это будет очень тяжело. Лидера Сэмпай. Что же делать? Что же делать? Ааа. Этот ничего не выдумал, просто этот фигню сказал. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Привет. Ра. Жди-ка именно по уля, он чуть-чуть не достал. Оооо, Нарико! А знаешь, кто такой Тоби? Это я! Супер комбо Тоби! Еще раз, супер комбо Тоби! Да, хорош! Прерывать моя супер мега комбо! Сейчас я покажу тебе супер мега Тоби комбо! Ей! Вот так вот. Хорошая попытка. Раз, два, три. Теперь я. О-хо-хо. Плохая была идея. Ты пытался. Все готово. Упс. Ра-ра-ра. Отлично, у нас получилось захватить несколько джинчурики, но остался еще Наруто. Он не сдается. Что же нам делать, Дайдара Сэмпай? Ничего, объединимся и победим. Оп. Давай, подошли, Тоби. Это всего лишь Наруто. Всего лишь. О нет, Юги-то решил помешать нам Дайдара Сэмпай. И в этом дога. Получается. Кока-комбо. Кока-комбо. Не получилось. Кока-комбо. Фу, здание разрушили. Ай-яй-яй, Дейдара. Все нормально, Тоби, все хорошо. Иди себе хорошо, и сегодня не взорву тебя. Что за бред тут? Блин, чтобы у Дейдара, конечно, пробуждение сделать, но ладно. А, сейчас сделаем. Отлично. Что вправо делать? Вправо. Хо-хо-хо! Значит, вправо сразу уничтожает дракона. Запомните. Теперь буду знать. Что я что-то не знал в этой версии, тут опять у него все поменяли. У него что-то часто все меняют, кстати. Любит от Дайдари все менять. Хорошая попытка, Роуши. Значит, сегодня мы захватим тебя. Гендзица. Ну и искусство. Неподражаемо. Искусство, это взрыв. Кац. И с вами Дайдар 2-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 
Это было шикарно. Я, в принципе, играл не ради платинового набора и всех наборов, а просто так, ради удовольствия. Надеюсь, вам понравился. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Дидор 2. И всем бай-бай. Ту-ду-ту-ду-ту. Кау.